Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете, что посмотреть по танкам. Вместе с вами прокручиваю рулетки, открываю контейнеры, делаю абсолютно честные обзоры на все танки, которые появляются в игре, и публикую эти обзоры буквально через 2-3 минуты после того, как разработчики танки официально вводят в саму игру. Я показываю вам товары в магазине такими, какие они есть на самом деле, и делаю абсолютно честные тесты на те танки, которые давно в игре находятся и выходят в магазине на продажу. Я высветляю новости, рассказываю, как проходить ивенты, и делаю анонсы того, что ожидает нас в игре в ближайшее время. Если все это вас интересует, то вам достаточно для того, чтобы быть в курсе всех событий нашей игры, просто подписаться на данный канал и прожать обязательно на колокольчик для того, чтобы получать соответствующие уведомления. По поводу того, что сейчас будет происходить. Я поставил первый попавшийся реплейчик на задний фон, ну а на паузе у меня стоит видео, которое прислал мне Максим. Максим, спасибо тебе большое за присланное видео, потому что это открытие контейнеров будет самым грандиозным открытием, которое когда-либо было опубликовано у меня на канале. И да, пускай это открытие делал не я, но у меня реально, ребят, сейчас трясутся руки, и я вместе с вами буду сейчас смотреть это видео и комментировать то, что происходит. Говорю это к тому, что я не смотрел данный видос перед тем, как его обрабатывать. Да, я обрезал его сзади, обрезал спереди, и знаю, что выпало в первом контейнере и в последнем. Но то, что происходило внутри, мне неизвестно. И я не знаю, окупился ли Максим, но просто потому что для того, чтобы купить этих 105 мегаконтейнеров, Максиму понадобилось, по грубым моим подсчетам, 210 тысяч голды. 6 контейнеров стоит 12 тысяч. Ну, соответственно, один контейнер стоит 2 косаря, 105 контейнеров. Ну, короче говоря, математика понятна. Не знаю, ребят, что там сейчас будет происходить, но очень надеюсь, что Максиму повезло. В целом, я у Максима спросил цель открытия контейнеров, потому что за 210 тысяч голды можно скупить себе, в принципе, практически весь ангар. На что он мне ответил: мне просто нравится их открывать. Не знаю, Максим, сколько ты зарабатываешь и вообще уровень твоих доходов, чтобы 210 тысяч голды приобрести, сколько там надо, ну, немало. Но так или иначе, скажу честно, ребят, я лично Максиму завидую. Напишите, кстати, в комментариях свое мнение не по поводу того, что ему выпало, а по поводу того, что есть ли какая-то маленькая доля зависти у вас в отношении возможностей Максима. Максим, спасибо тебе еще раз. Ну что, ребят, давайте будем начинать. Так, ну первый контейнер я видел, и с первого контейнера здесь ничего такого интересного. Мистический контейнер, и из мистического контейнера ничего не выпадет. Это я видел, когда обрезал видео. Дальше что происходило, я не видел, и, соответственно, вот там вот, наверное, кроется весь интерес данного видоса. Ну, короче, как видите, ничего по первому контейнеру. А вот что дальше, ребят, я не буду записывать, кстати, что выпало из голды. Но это бессмысленно, потому что потрачено было 210 тысяч, а каждый контейнер 2000 золота стоит. Ну, а значит, в целом, окупаемость каждого контейнера, это если из него выпадает что-то, хотя бы приблизительно стоящее 2000 золота. Пока выпадает по 250 голды, да, сыпется свободка, но обратите внимание, танчиков нет. Это уже получается какой там, пятый или шестой контейнер, немножко сбился со счету. 1000 свободки, 250, ну прямо скажем, хиловато. Но, опаньки, 100 тысяч свободки, это круто, это очень круто. И все, ну 1250 золотом. Ну, давай какой-нибудь что-нибудь, порадуй нас, 500 голды. Господи, я так эту голду считаю, как будто бы она мне сыпется. 750, мега-контейнер. Отдельное, кстати, спасибо Максиму за то, что он заранее спросил меня, надо ли такое видео и как его правильно заснять для того, чтобы можно было обработать нормально. Я его попросил открывать контейнеры и по возможности открывать только те, которые выпадают. Ну, то есть не цеплять те, которые из хранилища. 250, так... 250. О! Первая тачка! Правда, Sentinel. Я так понимаю, что Максиму этот Sentinel вообще не интересен, он просто его промахнул. Просто пошел дальше. Хотя, если я правильно помню, Sentinel за косарь продать можно. Ну, господи, что я считаю? 210 тысяч золота человек потратил на это все. А каких тысяч за танк? 1500 золота. 250 и свободка. 500, 1250, блин, я не успеваю реально посмотреть, сколько осталось, 86, блин, ну слушайте, открыл-то уже, дай боже, этих контейнеров, но явный не окуп, ребят, явный не окуп. Я не то чтобы радуюсь за то, что не окупился автор видео, ну просто констатация факта.
100 голды. Блин, ну нищебродство, реально ни о чем. А, еще 400 голды. А че ты вышел? А, я понял, с хранилища получается. А, у Максимки запасены еще контейнеры черные, из которых голды можно насобирать. Может, он из них накосил, блин, больше 200 косарей для того, чтобы открытие сделать. Да, по-моему, я сейчас глупость, да, какую-то сказал. Опаньки, ликан выпал. Ликан, ну, блин, ну, нет, ну, окей, хорошо, ликан это, конечно, хорошо, но... Но стоимость ликана и перекрывает ли ликан все, что было до этого? 350, 2000 свободки, бустеры. Блин, я реально не успеваю за тем, что выпадает. Так, обвес какой-то дешманский, как на меня, и 250 золотом. Ну, не знаю, мне снеговик этот не нравится. 10 тысяч свободки. Блин, не успел голду, блин, заценить. По-моему, косарь был, да? 300 золотом. Ну а где танки, блин? Где танки? 30 контейнеров открыто уже. И из 30 танков только Ликан и Сентинел? Серьезно? Полторушка упала. О! Огромный сюрприз. Там либо танчик, либо голда. Обожаю эти контейнеры. Обожаю эти контейнеры. И здесь у нас что? Опаньки! СТРВК! Вот сейчас явно должна быть тачка. Однозначно танк должен быть. Ну... Блин, да ну ладно, серьезно, 5000? Почему не СТРВК? Блин, каким образом человек купил, блин, до хрена контейнеров, и ему пятерка просто упала голды вместо танчика 10 уровня? Да почему ж так? Ну почему? Ну почему не выпадает, реально? Вот, ну вот сейчас можно было бы сказать там, ну да, он бы не вышел в ноль, как я это называю, но он хотя бы как-то бы к этому приблизился. 300 золотом, иксы упали, блин, ну как? Ключ от запертого контейнера. Блин, 350 голды и обвес горшочек золота. Ё-моё, слушайте, ребят, верите, нет, у меня у самого сейчас ладони мокрые. 1250 голды. 250 голды, ну окей, хорошо, типа, ну, два контейнера окупают 50% стоимости этих двух контейнеров. Ну, блин. Ну, давай хотя бы мистический сертификат ему дай, блин. Ну, давай, мистик. 100 золотом, ну... Да нет, ну это, ну реально, ну это порожняк какой-то получается. Вот, АМХ-30Б, вот она, десятка, вот так должно быть хотя бы из каждого десятого контейнера, тогда хотя бы понятно будет, зачем это все. Нормально, слушайте, может сейчас дальше пойдет пучком. Вот оно пошло, Т-44-100. Ну? Давай еще, давай, насыпай, блин. Скипнул, блин. Ну ладно, хорошо. 500 голды. Ну давай еще одну десяточку какую-нибудь. Хотя бы, ну, сколько? 60 контейнеров осталось, да, там. Ну, а это получается сколько? 45 уже открыли, да? Приближаемся к 50. Хранитель неба и 1350. Ну окей, хранитель неба классная штука, смотрится классно и денег стоит нормально. Тут как бы вопросов нет. 1000 золотом. Ну окей, хорошо. Ну насыпь пару десяток, девятку. Ликан еще один. Как? Ну блин, почему ликан? Ну дайте там крушака какого-нибудь, я не знаю. Дайте что-нибудь другое. 250 золотом, блин. Опять на понижение пошло, что ли? Блин. Британь Пантер, класс. Рил, серьезно, шестерку, блин, сыпануть еще одну. 400 голды. Блин, как обидно. Как обидно, слушайте. Ну давай, 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 тут еще, блин, 50 контейнеров впереди. Нет, я знаю, тут явно сейчас под конец должно нормально сыпать. Нормально должно выйти, ну, хотя бы на, там, не знаю, 75% стоимости. Так, черный ящик третьего уровня. Но!
Ну, давай... 700 голды. 700 голды, а здесь 200, это сколько получается? Ладно, бог с ним. 900, да, ну не полная 1000. 350 золотом. Слушайте, у меня руки уже трясутся. Реально, я начинаю плюс-минус как-то понимать, за что Максим платит. Наверное, он любитель вот этого вот бешеного адреналина. Я представлю, ну, ребят, если меня сейчас реально от адреналина штырит, и это я смотрю просто запись, я пытаюсь себе представить, насколько адреналин бьет ключом сейчас у человека, который это открывает. Слушайте, пишите в комментариях в отношении того, вот, что бы вы ощущали, если бы вы открывали такое количество контейнеров на такую сумму золота. Вообще, готовы ли вы это сделать? Так, мистик. Ну давай мистический сертификат. Опять 100 голды. Не, ну ребят, вот сейчас это трэш какой-то. Несколько мистиков, ни одного сертификата, и голда из них не сыпется абсолютно. Ну, пока, ребят, вот за себя лично, слава богу, это не я открывал, слава богу, я бы, наверное, уже схватил инсульт, инфаркт одновременно, еще и диарея началась бы, но за себя могу сказать следующее, я абсолютно не жалею о том, что я первый раз делаю озвучку вот такую вот, что называется, практически в прямом эфире, да, того, что мне прислали, то есть не заценивая. Я потенциал понимал данного видео, потому что, исходя из стоимости проекта, я понял, что это действительно стоит опубликовать в любом случае, что бы там ни было. Но я сейчас абсолютно не жалею, наверное, я возьму это на поток. Наверное, вот такие вот подобные видео я буду озвучивать в прямом. 250, слушайте, ну блин. Фух, еще 250, обвесы, ну 200 свободки. Рил, серьезно, из контейнера стоимостью в 2000. 250. Блин, еще впереди 30 с копейками контейнеров. Ну, будет что-то нормальное. Ну, должно быть, должно. Давай, родимая, давай. Давай, не, ну что ты издеваешься над человеком? Не понял, зависли? А, все, окей. Черный ящик. Ну давай сразу третьего уровня хотя бы. Кинь коробочку-то. Блин, как? Фу. Ух, ребят, слушайте, меня, блин, аж колбасит всего. 30 контейнеров осталось. Я вот, знаете, я сейчас, я над чем сейчас думаю, какую музыку на это все наложить на заднем фоне. И, кстати, черканите в комментариях, кому не лень, подошла ли музыка, которую я наложил на то, что... Так, опаньки, огромный сюрприз. Ну здесь-то дай тачку. Здесь дай. Ну давай, давай. Контейнер на акулу, нормально, Т-54Е2. Давай. Давай хотя бы акулу человеку дай. 1500 золотом! Ни один, ни второй огромный сюрприз не дали машину. Я в трансе. 300 голды. Так, проводник душ. Ну окей, хорошо, красиво. 250 золотом в добавочек. Теслаганы, 10 тысяч свободки, 300 голды. Ну окей, хорошо, за 2000 золотом может и заходит кому-то. Ну блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин. Так, контейнер-сюрприз, блин. Ну тут без сюрпризов явно будет. Они давно сюрпризы перестали приносить какие-то. Ну, то, что я говорил. Тут сюрприза быть не может. Ну, 28 тысяч свободки, в принципе, сертификат из него выпал, но... Не знаю. 350 золотом. Слушайте, ребята, приближаемся к финишу, а я что-то понять не могу. Меня не хватает. Максим, я реально, я не знаю, что ты в этом находишь. Серьезно.
Ребят, поймите меня правильно, я не против открытия контейнеров, каждый фанится так, как ему нравится, тем более, если у вас есть возможность это финансово делать, ну, финансовая возможность это делать, окей, 1350, кстати, пожалуйста, открывайте, это право каждого, но я не понимаю, серьезно, я бы лучше на эти деньги просто накупил бы машин в ангар и все. Я не знаю, ну, скорее всего, просто получается, что у автора просто есть все на аккаунте, скорее всего, и в принципе, ему уже просто вот, просто пооткрывать контейнеры, фан, и все. И его не интересует, там, чтобы машины какие-то выпадали оттуда. Ну, просто я сомневаюсь в том, что игрок может такую сумму золота игрового тратить на открытие контейнеров, когда у него нет там каких-то желанных машин в ангаре. Ну, просто логика какая-то, наверное, обычная. Ну, я по-другому это объяснить никак не могу, ребят. У меня транс сейчас. 10 контейнеров осталось. 10 контейнеров. Ну, а... Как? Ну, я тогда, серьезно, давайте так. Если мы говорим о том, что на аккаунте, скорее всего, и так все есть, и тогда есть и золото, и есть свободка, и... Ну, просто тогда получается, знаете, как играть в, наверное, в однорукого бандита, да, дергать ручку автомата и... О! Як-тигр 8.8 стоимостью в 5500. Класс! Наверное, просто сам прикол, я же говорю, дергать ручку автомата. И не, ну и пофигу, типа, даже если будет джекпот. Тут из мистика должно выпасть было 100 тысяч золота, я не знаю, там, как он этот, блин, уже слова и вылетели из головы. Как он, фон профиля этот, блин, который обменять можно на 50 тысяч. Вот такое что-то здесь должно было быть. 250, 4 контейнера осталось. Ну, 3 контейнера осталось. 3000 сейчас выпало. Ну и 300 голды. Собери их все. Последний контейнер я видел, там радоваться нечему. Все, короче говоря, ребят. Осталось 2 контейнера. Ну, здесь ничего интересного, на последнем контейнере там так просто. Чисто, что называется, поржать. Да, ну, здесь, короче, да, сейчас. Сейчас вы сами все поймете, почему я говорил, что последнее это чисто вот поржать. Потому что британская пантера, понимаете, которая выпала и которая сейчас, угадаете, выпадет или нет. Ну, подумайте. А фиг вам, 750 золотом человек выпал. Да, ребят, это, конечно, жесть. Короче, что я могу сказать лично от себя? Считайте меня кем хотите, воспринимайте меня как хотите. Наверное, я не умею мыслить, скажем так, разрядами финансово обеспеченных людей, но я бы за 200 тысяч золота это бы не повторил, серьезно. Имея 210 тысяч золота на счету, я бы, наверное... Тратил бы на что-то другое. Просто бы покупал то, что мне надо, то, что мне нравится. Возможно, если я стану голдовым миллионером на своих аккаунтах, и у меня уже все и так будет, то, наверное, в таком случае да. Наверное, я буду тратить туда же голду, куда потратил голду автор. Чисто ради фана, ради адреналина, просто сидеть и прокручивать. Но, опять-таки, мне кажется, что маловато адреналина, если тебе из этих контейнеров может выпасть то, что у тебя и так уже присутствует на твоем аккаунте. Не знаю, ребят, в любом случае возьму на вооружение, тема мне зашла, мне понравилось, честно говоря, смотреть видео, так сказать, в первый раз, и пишите свое мнение по поводу этого формата, если вы его поддержите, я попытаюсь его дальше проводить у себя на канале. Спасибо большое. Слушайте, начал заговариваться. Наверное, пойду немного валидола под язык положу себе. Ну, а вас всех жду на прямой трансляции вечерком, где вместе покатаем. Не могу обещать, конечно, таких открытий контейнеров, но, поверьте, время проведем весело и задорно. Если вам подобное заходит, ну, либо хочется чего-то другого, то все это вы найдете у меня на канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и обязательно жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.